Хабаровском крае началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году будет выделено более 200 миллионов рублей. О планах по переоснащению поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов рассказал на пресс-конференции заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. По оценкам регионального Минздрава, 80% больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов края не отвечают современным требованиям и санпинам. Чтобы хотя бы частично привести систему здравоохранения в порядок, и была разработана программа модернизации первичного звена. Она рассчитана на 5 лет. Общий объем финансирования более 8 миллиардов рублей. Большая часть из них – это федеральные средства. Это небольшие шаги вперед. Это не такой не революционный шаг, который позволит прямо вот завтра сделать все очень хорошо. Но изменения будут. В этом году в капитальные объекты будет вложено 212,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на строительство 5 ФАПов в селах Федоровка и Константиновка Хабаровского района, Марусина района имени Лозо, Пушкино-Бекинского и Шереметьево-Вяземского районов. Также начнется строительство амбулатории в селе Нилькана Яномайского района. Еще 908 миллионов потратят на закупку оборудования. Это аппараты УЗИ, флюорографы, маммографы, рентген-установки и компьютерные томографы. Причем, по словам Евгения Никонова, для работы на таком тяжелом оборудовании врачей переучивать не придется. Мы сейчас создали референс-центр в Хабаровском крае по томографии. Все КТ перевязываются информационной системой. Рентген-лаборант. Пациента загрузил в аппарат, исследования провели, по каналам связи это все улетело, описалось, через 20 минут, грубо говоря, вернулось. Средства на этот год из федерального бюджета в край уже поступили, теперь их нужно быстро и эффективно потратить. Сейчас задача одна – правильно провести конкурсные процедуры, завершить подготовку помещений, и мы рассчитываем, что с учетом всех конкурсных и других процедур мы где-то к сентябрю должны завершить закупку, установку оборудования. Как подчеркнул Евгений Никонов, оборудование для разных больниц и поликлиник будут закупать централизованно. Такой опыт в стране уже есть, и он позволяет экономить бюджетные средства. Антон Петрович, Павел Легалин, телеканал «Губерния».